Меня вот тут колено. Давайте. Хотел сказать, что не самый неприятный пока. Вот эта серия была очень хорошая. Этот шикарный был. Два руки из трех. Серия была хорошая, сейчас три удара. Просто на реакцию здесь? Да. Это момент, когда в игре бывает, идет подача или удар, или рикошет, мяч не сильно летит в угол. Или головой бьет, или когда мяч просто из кучи вылетает. И вот здесь не провожать его взглядом. Пару разминочных дать? Давай просто пару разминочных дадим. Просто чтобы упало. Я вам кидаю в руки. Да, сильнее кидай мне. Все, и начинаем, да? Ай, ты умница. А до этого такой не пропустил, видишь? Ай-яй-яй. Сейчас чуть-чуть размял. Конечно. Я размялся. Готов? Достаю. Двумя руками не достанет, сразу говорю. Одной. Вот, вот, смотри. За счет чего взял? Шаг широкий. Да? Потому что шаг широкий. А туда? Отбил. Штанги за тебя уже. Все. Фарт пошел. А то надо взять. Хорош! Какой ты умница! Видел, как начинал, да? Все залетало. Сейчас, чуть-чуть. Вот каждая мелочь важна. Как шаг сделаешь, да? Какой рукой потянуться? Можно, да? Здесь главное прыгать на все мячи, ребят. То, что голы мы не считаем. Мы голы не считаем. А ты молодец, да? Молодец, молодец. Куда же?
потом в игре такой из девятки выпустите. А вот такой прыгайте. Вот видишь, да. Влево почему? Вот сюда, чтобы достать, с одного шага. Смотри, что сделал. А до этого знаешь, что делать, Саня? Знаешь, что делать? Ты вот это. Нет, здесь вот все, ребят, вот этот шаг и уже с одного шага. Вот то, что у Антона неправильно было. Времени нету два шага делать, мужики. Бывают же такие удары, да, не сильные, если не вратарской. На мяч. Вот это, да. Да? Для журнала «Советская женщина», да? Сняли. Это для журнала «Крестьянка». А, это молодец. А, это молодец, Серый. Как он делает? Смотришь, да, Матвей? Очень важно, здесь широкий шаг. Не, самое главное, сейчас я вижу, что напрыжку он делает перед ударом. Ну, перед ударом, да, он разгоняет. Ну сам шаг широкий получается. Ну, просто ему уже тяжелее, когда если вы паузу делаете, ему у него тяжелее уже толкаться. Я специально и концентрацию тоже держать надо несколько секунд. Ты ждешь, нету. А потом. Как сейчас, например. Видишь? Да, дернулся. Да. Поехали. Нет, сразу. Так, мне надо собраться, я понял. Это первые два. Тогда на тебе в правый угол. Хорош. Чтобы вам мешок говна покупал. Ну вниз вообще сильно взял. Ты мой тоже не забывай, там с каждым толчочком сила-то уходит. А Виталич-то. А Виталич-то точнее, Виталич прибавляет данный ворот. Как сейчас и вытащить. Да нет! Готов, не стал. Виноват, не стал еще, да. Одно. Ты не стал, да. Последний надо. Последний взять надо. Давай. Забирай, ребят, кидали потом. Просто шаг стал делать, доставай сам. Лучше сразу можно показать. Есть ручки маленькие, посоединимся. С тобой, с Антоном. Да. Саша тоже не получалось. Забей! Не забываем про зеленых, у вас есть тоже адреса, если хотите. Не, говорит, нагружать не будем. Доброе утро. Нагружать. Идем. Там ты. Один еще сыграл. Тут не совсем коряга. Коряга все равно будешь, да? Не будешь. Не будешь?
сильнее тянул. Вот это. Уже все поздно. Правда, коряк. Давай, коряк, тянись, ёпта. Алло. Короче, минус, больше минус, минус 20. Говорят, пику достаем, двойку пик достаем. Я спрашиваю, достаем двойку пик, типа пишем. Открываю, двойка пик сразу же на второй раздач. У меня было минус 20, стало 0. И он тройной отрицал. Да, и я пары собирал, короче, 6 пар на тройной. И меня на руках, короче. И у Шуни на руках последняя. Понимаешь? Да, у него на руках вот последняя, и он заканчивает, по-моему. Все, я следующий должен брать. И чуть повыше, смотри, что. Вот так, да, на поле. Да по-братски, дайте видео снять по-братски. Всем привет, сборы начались. Мы все из разных клубов. За кого болеете, пишите в комментариях. Хорош, спасибо. Второго раза.